Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. 81-летняя Лидия Федосеева-Шукшина последние месяцы переживает грандиозный семейный скандал. Народная артистка лишилась сразу двух объектов недвижимости, двушки в Новой Москве, которую муж-продюсер Барри Алибасов переписал на своего водителя, и половины мемориальной квартиры писателя Шукшина, где сейчас и живет Федосеева-Шукшина, свою долю втайне от бабушки и по бросовой цене продала ее внучка Анна. Фактически на девятом десятке, окруженная меркантильными родственниками, Лидия Николаевна осталась бомжом. Ведь в любой момент на пороге ее дома, где актриса находится на птичьих правах, может появиться новый хозяин, бывший любовник Ани, фитнес-тренер Тимур Керимов. И куда идти в таком случае? Отдушиной Федосеевой-Шукшиной в этом бесконечной истории с дарением и тайной продажей недвижимости была квартира в Финляндии, которую внучка публично пообещала вернуть бабушке еще месяц назад. Эта двушка на 50 квадратов несколько лет назад досталась актрисе в подарок от финской бизнес-леди Веры Ренекайнен. С первых минут знакомства она разглядела в Лидии Николаевне черты своей покойной матери и так прониклась этим сходством, что отписала новой подруге недвижимость, которую Лидия Николаевна, так же как и несколько других квартир, своими же руками передарила внучке. «Отдай мне, пожалуйста, Финляндию. Я очень люблю эту квартиру, я с удовольствием туда приезжаю на неделю или две, на месяц. Будешь ко мне в гости приезжать», — попросила актриса у Анны еще месяц назад в эфире телешоу на федеральном канале. И девушка неожиданно согласилась, а для убедительности даже потрясла на камеру кипой бумаг. Вот, мол, бабушка, все документы на жилье. Однако, самый главный документ, дарственную на финскую двушку, внучка так до сих пор и не подписала. Анна отказалась сейчас решать этот вопрос, сославшись на то, что обнаружила у себя симптомы коронавируса, рассказала КП. РУ адвокат народной артистки Юлии Вербицкой-Линик. Поэтому мы желаем ей скорейшего выздоровления и ждем ответных действий. В адрес Анны, разумеется, направлены все договоры, предварительно все документы ее устраивают. Но от подписания она пока воздержалась из-за коронавируса. Между тем, в соцсетях внучка Федосеевой-Шукшиной ничего не рассказывает о своей болезни. Недавно Анна появилась в Инстаграме после длительного перерыва и порадовалась пришедшему лету, опубликовав виды пейзажей на берегу реки.